Всем привет, дорогие друзья, с вами Десимин, и сегодня у нас будет прохождение игры под названием Селест. Нашел я ее на просторах игры Steam, и тут надо выбрать себе название. Ну, давайте назовем себя, Десимин. На какой канал вы еще попали? Так. Ага. Все нормально, Десимин. Окей. Мне, кстати, соседи решили музыку послушать. Если вы это услышите, то поздравляю, можете потанцевать. Просто дыши. Чего так нервничать? Ну и видео записываю, что тут не нервничать. На миллионы аудиторию. Так. Приседать, прыгать. Ага, окей, разобрался. Ой, чуть не пришибло. Так, тут какой-то таймер. Ну, ладно, он не помешает. Думаю. Ё-моё, еще и соседи ремонт делают. Ну да, суббота, в принципе, почему бы и нет. День добрый. Там указатель сломан, мне нужна гора. К ней эта тропа ведет. Уже рядом, сразу за мостом. Вам, кстати, стоит позвонить кому-нибудь насчет дороги. Склон осыпался, и я чуть не погибла. На. Если уж ты с моей дорогой... с дорогой или справилась, то гора будет тебе не по зубам. На. Ну, если уж такая... Ёлки-палки, вы это слышите? Меня сверлят, короче. Ну, если уж такая старая Грымза... Что за Грымза? Как вы тут выжила, я тоже как-нибудь справлюсь. Как скажешь. Но все равно учти, что гора Селеста место необычное. Люди видят тут всякое, но то, что вы не готовы видеть. Вам явно нужна помощь. Окей. Да нас с этими надо. Йоу, бежим. Так. Я подстава! Ты сможешь. Точно? Когда обычно так говорят, я обычно не доверяю. Забытый город, глава первая. Окей. Чтобы делать перерыв в игре, выберите в меню паузу пункт сохранить и выйти. Но это не для нас. Вы посмотрите на длительность видео. Это тотально не для нас. Ну, наверное, надо вот сюда идти. О, люблю ягодки, но как-то не хочется пока что. Так. Ну, наверное. Ага, вот эта штука, она так двигается. Окей. Собрал ягодку, потому что почему бы и нет, собственно говоря. Так. Тут, наверное, сделать надо как-то так вот на батут. О, нифига, кстати, я неплохо иду. Как будто уже играл, но я не играл, я клянусь. Так. Так. Ну, наверное, как-то так вот. Ох, блинский нафиг. Как я так умер? Ну, ладно. Вроде смерть тут особо ничего не делает. Если бы оно возвращало на самое начало, то это было бы, да, смерть. Опасная штука. Но тут смерть, считай, как и не было ее. Так, тут, наверное, вот так вот надо пройти, потому что почему бы и нет. Так, тут оно должно нас пришибить, но... я уже понял всю суть подставы. И не попадусь. Так, ну. Наверное, вот сюда. Ой. Какие-то шипы. Страшно мне даже как-то. Тут ягодки еще так показывают. Ох, блин, подстава. Она же разрушаемая, оказывается. Окей. Так, ну, наверное, вот сюда как-нибудь... вот так вот, допустим. Ага. Так, давайте подумаем. Надо, наверное, сделать... А, я не знаю, как надо сделать. А я без понятия, как надо делать. Ладно. А, все понял. Дурак бы не понял, как говорится. Ага. Ой-ой-ой, почти же. Нашел путь, а как его выполнить, без понятия. Все, выполнил путь, окей. Так, тут какой-то надгробие. Гора Селеста, память о тех, кто не дошел до вершины. Ага. Ох, как я устала. А кто, как ты разожгла костер? Ладно. Пожалуй, это была ошибка. Ворона на нее села, и ошибка какая-то у нее там была. Окей. Глава пройдена. Отлично. У меня сейчас...
не знаю, что произошло в ноге, но там электричество как будто по ней прошло тотально, там 220 вольт в одной единственной точке. Ягоды нужны только для того, чтобы произвести впечатление на друзей. Собирать их вовсе не обязательно. Хорошо. Ну, пойдем посмотрим, что тут надо делать. Так, тут какие-то дримблоки. Впервые вижу, понять не имею, что это. Так. Наверное, это надо разрушить. Так, надо подумать. Это, наверное, так проходится. А тут, наверное, как-то... Ого, не так вот. Так, ну давайте подумаем. Наверное, надо еще раз, второй раз попытаться. Может, работает. Нет, не сработало. Ну, а третий раз, может быть. На третий раз все-таки сработало. Вау. Так. Воу! Ты что, за тебя нормально зеркало вылазит? Ого. О! Теперь можно так вот делать, окей. Это действительно интересная механика. Окей, допустим. Так, я пока не разобрался, куда нам надо и что, в принципе, тут делать. Ну, ладно. А, ну, допустим, вот налево мы не ходили. Да, не ходили. Так, вот сюда, наверное. Окей. Вот так, так, мне что-то подсказывает. Ага, ну да, действительно, легко было догадаться. Десими, дорогуша, приезжай к они. Кто здесь? Просто беспокойный доброжелатель. Ты? Это я? Да, я часть тебя. А почему часть меня выглядит так жутковато? Да какая уж есть, смирись. Прости, я не троеточие. Ладно, проехали. Ты даже не представляешь, какое это облегчение наконец-то выбраться из твоей головы. Но знаешь, я за нас волнуюсь. Хобби нам, конечно, нужно, но это... Да, я понимаю, звучит глупо, но мне нужна эта гора. Ты кто угодно, дорогуша, но тоже не альпинист. А почему бы и нет? Знаю, что в этом ты не сильна, но хоть разок включи логику. Ты ведь понятия не имеешь, во что ввязалась. Ничего не выйдет. Именно поэтому мне это нужно. Ты что, слабая часть меня или, может, ленивая? Прагматичная. А сейчас пытаешься быть еще и дипломатичной. Поедем-ка домой. Вместе. Нет, не хочу. Ты что, за мной гнаться еще будешь? А ну пошла в жопу. Спросить забыл. Так, а как там иначе тогда? Секундочку. Я без понятия, ребята. А, вот так все правильно. Опять у меня нога наэлектризовалась. Даже спрашивать не буду. Что ты за мной ходишь? Ой. Ой, головоломка какая-то. Так, ну, наверное, вот эту надо взять, потом вот эту, потом еще вот эту возьмем. И захватим вот эту, и дверь открылась, да, действительно, как я и предполагал. Так. За мной... А почему ты раздвоилась, вопрос? Ой, чуть не пришибло. Отлично. Ну, в смысле, отлично не то, что меня чуть не пришибло, а то, что я не умер. Опа, какой-то секретный проход нашла. Нашел. А, ну, неважно, вы поняли. А, тут, наверное, вот так вот. О! Ой, тут головоломка какая-то пошла. А, так, надо подумать. Наверное, вот так вот. И все, да, открылась дверь, хорошо. Отлично. Когда мы уже сбежим? А, сбежали, окей, видимо, уже. Хорошо. О, ну вот эта часть уровней мне нравится. Просто вот так вот ходишь, и все нормально. Ни от кого убегать не надо. Хорошо. Окей. Кто звонит? Кто звонит? Это мне? Алло? Десимин? Ты что, с таксофона звонишь? Да. Нет, стоп, это ведь ты мне звонишь. Что ты имеешь в виду? Ладно, неважно. У меня неприятности, меня кто-то преследует. Я не очень понимаю, что происходит, но чувствую опасность. Просто чувствую. Ну, просто чувствовать команду никто не помешает. Десимин, ты мне звонишь только тогда, когда у тебя приступит паника среди ночи. Не нужно выдумывать всякие глупости, чтобы привлечь мое внимание. Я ничего не придумываю. А вот ты как раз вечно... Эй, потише, все в порядке, остынь.
Прости, милая. Давай рассказывай. Я поднимаюсь на гору. Гора Селеста. Я нашла старое зеркало, оно разбилось. Но часть меня сбежала и... Я что, все еще сплю? Есимин, конечно спишь. Мы уже целый год не общаемся. Чего бы мне звонить? Тьфу, куда я лезу? Зачем мне эта дурацкая гора? Йоу. Вот и я думаю. Пора все бросить и домой. Йоу. Неплохо. Приснилось. А, она типа уснула с прошлого... Окей. Уснуло. Там вроде говорю, что она женская. Окей, ладно. Уснула все-таки. Окей. Мы играем за Десимина. Потому что я так назвал ее. Неважно. Окей. Теперь никто не звонит. Теперь ты звонишь ей. Окей. И никто не ответит. Алло. Привет, мама. Десимин, какой сюрприз. Как твоя поездка? Все хорошо, я просто немного столько всего. О нет, у тебя опять приступ паники. Дорогая, сосредоточься на дыхании, я с тобой. Что случилось? А что случилось, мы так и не узнаем, потому что автор решил это скипнуть. Ладно. Глава пройдена. У меня все чаще и чаще начинает это... Нога электризоваться. Окей. Небесный курорт. Чем можно гордиться, так это счетчиком смерти. Чем больше смертей, тем больше опыта. Не сдавайтесь. Хорошо. Учту. Только в реальности не надо копить счетчик смертей. Если он перевалит за один, то вы уже, ну, вряд ли сможете похвастаться или сделать, в принципе, вообще что-то. Ну, так, чисто мой совет. Можете, конечно, не слушать, но желательно послушайте. Потому что, действительно... Почему и нет? Почему вам меня и не послушать? Я так-то факты говорю. Разговариваю фактами. Наверное, не факт. Но то, что это не факт, это факт. Что я разговариваю фактами. Короче, ладно, я сейчас себе опять мозги сломаю. В Portal мы играли, я себе мозги поломал. Но неважно. Стоять. Наверное, так вот. Окей. Окей. Так, и вот так вот, видимо. А ты чё же, жирный чел? Не оставайте, пожалуйста, мисс Десимин. Лифт там, в холле. Отель выглядит довольно неухоженным. Мы действительно готов к работе? Разумеется, мы работаем. Отель «Небесный курорт» никогда бы не закрылся в самом разгаре туристического сезона. Неухоженный, что он имеет в виду? Ох, позвольте взять ваш багаж. Мою сумку? Нет, благодарю, я сама. Как будет угодно. Какая странная гостья. Так ты странный. Ширный. Я пришла тебе курорт, а ты мне предлагаешь видели свои услуги. Небесный курорт. Назвал еще так по-дебильному. Как будто я в рай направляюсь. Ну правда, назвал баский курорт, тогда бы еще было понятно, что это за вращающиеся штуки. А так это, ну, небесный курорт, ну так. Можно с натяжечкой назвать максимум. Ну, какие-то тут головоломки пока что. Пока что все легко. Я вообще выбрал эту игру из-за ее сложности, как говорили. Но пока что, ну... Вроде все как обычно, легко. Все интуитивно понятно. Типа... Искал тяжелые игры, чтобы поиграть и... Ну, пройти их. А вот тут такая вот фигня. Окей. Я еще слышал про игру Cuphead, она говорили тоже сложная. Потом попробуем в нее сыграть, ребята. А пока записываю видео про Селесту. Лабиринт какой-то страшный. Понять бы, куда идти. Так, наверное, мне к тебе поговорить. Проклятие, откуда только этот беспорядок? Когда это случилось? Даже не знаю, с чего начать. Господин Ошера, вы что, работаете тут совсем один?
Вы правы, мисс Десимин. Мне ни за что не управляться этим хаосом в одиночку. Не управиться. Безнадежное дело. Нет, я не это имела в виду. Просто дышите, господин Ошер, дышите! Это всего лишь маленькая генеральная уборочка. Хотя не такая уж и маленькая. Я вам помогу. Вы так добры. Но нет смысла и пытаться. Все это бесполезно. Ну, да, действительно бесполезно. Пойдем, порешаем. Поможем ему убраться, потому что, видите ли, он впал в отчаяние, у него депрессион. Ну, знаете, отговорки детей 21-го... Нет, 10-го года рождения, ну, знаете, вот этого. Ну, знаете, вы как будто не сидите в ТикТоках. Я вот лично в ТикТоке не сижу. Я иногда так шорты погляжу и сразу закрываю из-за кринжа. Но вы-то в этом разбираетесь. Это вам нужно говорить про это. Так, это что за слизь? Так вот так вот и работает генеральная уборка. Она бы так работала, если бы в реальной жизни можно было наступить какую-то фигню, слизь какую-нибудь, наступить на нее. Стоять. Мне поговорить, наверное, опять надо. Ну так вот, если бы можно было наступить в реальной жизни какую-то слизь, оно бы тебе вообще весь мусор убрало. Еще бы разложило его по полочкам. Это же вообще не жизнь, а сказка. Можно же реально прокрастинировать, как бог. Я еще только не взялся за дело, уже воспрянул духом. Вот почему важно мыслить позитивно. Вообще-то, в основном это я тут наводила порядок за вас. О, да, благодарю вас, мисс Десимин. Но прошу вас, не беспокойтесь, персонал отелей обо всем позаботится. О, Шрат, ты болван, ты сейчас потеряешь гостя. Постоянно не любит тратить время на уборку. Все в порядке? Да, разумеется. Такого великолепного отеля нигде не найти, сами увидите. Как так получилось, как я дошел до такой жизни. Вас понял. Вопросов больше не имею. Так, сразу же нам дали восстановить эту слизь, но там не было прохода, так что бесполезно. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это уже тяжелая головоломка. Шучу. А вот это тяжелая головоломка, по-моему. Или я опять шучу? Наверное, шучу. О, ясно. Походу, реально тяжелая. Йоу! Не, это реально тяжелая головоломочка. Секундочку, плюс минуточку. Вот это реально тяжело. Не ловится тайминг. Все, поймался. Окей. Не, по-моему, вот это проще, чем прошлое. Мое мнение личное. Так, надо посмотреть, что тут можно сделать. Наверное, можно сделать так, окей. В принципе, логично. А, вот и слизь, которая все убирает. Ну, блин. Дайте мне такую жизнь в реальную жизнь. Ой, дайте мне такую слизь в реальную жизнь. Я бы вообще... Да, вообще супер все было, реально. Жизнь бы наладилась. Ну, вот стало немного, намного лучше. А теперь вы покажете мне, где выход? Мисс Десимин, ну вы лишь два соприкоснулись с тысячами роскошных удобств, с которыми сливается отель. Давайте, славится отель. Давайте поговорим, когда я закончу уборку. Сейчас я очень занят. Да уж, у нынешней молодежи не никого так-то. Конечно, блин. Намек понят? А ты кто? О, вы постоялец? Ох, я так рад, что здесь кто-то есть еще. Тут в одиночестве немного не по себе. Да уж, местечко довольно странное. Кстати, меня зовут Десимин. А я Тео. Ничего не имею против ужастиков, но только в кино, а не в жизни. Как тебе, господин Ошера? Думаю, надо ему помочь. Ты серьезно? Да он чокнутый старикашка. Может, он сейчас водится в какой-нибудь чулане, где собирается спрятать наши трупы. Хочу выбраться через эту вентиляционную шахту. Оттуда тянет холодным свежим воздухом. Ты со мной? Господин Ошер чуть не в себе, но не думаю, что он хочет нам вреда. Извиняюсь, дорогой лет. Он просто хочет навести тут порядок, и я хочу ему помочь. Десимин, это чертовски мило, но опасно. Нам нужно выбраться отсюда и вызвать специалиста по чудаковатым чувакам. Лично меня этого не учили. Думаю, я смогу с ним поладить. Ты иди, встретимся позже, я догоню. О, боги, да ты переупрямил бы даже мою сестру, а я думал, более упрямых не бывает. Ты там поосторожнее. Спасибо, Тео. Увидимся на той стороне.
Так, короче, нас заставили убираться, и мы встретили какого-то чела, который хочет отсюда сбежать. В принципе, могу понять, потому что тут какие-то странные чел. О, видите, он ползет там снизу. Прикольно. Так, а тут, наверное, как-то так проходится, хз. Первый раз играю. Ой, блин, это тяжелая камера. Тут какое-то ограниченное пространство, еще хрен поймешь, что надо сделать. Окей. Вот, наверное, сюда, вот и вот сюда. Ну, как-то так. Угу. Все, собрали книжки, теперь у тебя должно быть чисто, да? Ну, только у тебя тут водопад какой-то просто по приколу. О, ключ, кстати. Возьмем, давайте. И разблокируем дверь, ясно. Так, здравствуйте, господин Ошера. Вот вы где. А у вас просто талант не теряться. Ой, теряться. Было нелегко, но у меня получилось. А ты, небесный город, выражаем бесконечную благодарность за помощь, мисс Десимин. Конечно, персонал и сам бы чудесно справился. Конечно, о да. Мне так стыдно. Должно быть, вам не терпится посмотреть на свой номер. Поднимитесь на лифте и чуток пройдите по коридору. Почему бы и нет? Ну-ка, покажите мне, это президентский люкс. Звучит внушительно. Ой, последний шанс, Ошера, на недарик сорва с крючка. Пойдем. Хочу увидеть свой... Да... Куда ты делся? Я хочу увидеть этот президентский люкс. Куда ты вообще делся, чувак? Где? Куда он делся, реально? Каким чертом он делся так быстро? Йоу, это что вообще? Как ты через это прошел? Чувак! Чувак! Чувак, как ты так... Не, реально вопрос, как он так быстро ушел? Что за бред? Я его еще не успеваю догонять. А, вот ты где. Вот он твой последний шанс, Ошера! Ты уже все испортил, подумай, только заставил гостя убирать вместо тебя, а не, что тебя не, она не, у тебя не останется. Однако она все еще здесь, значит, не все потеряно. Президентский люкс, это залог успеха, и он ей понравится. Доберись, Ошера. Йоу, чувак. Йоу, чувак. Чувак. Вот вы где, мисс Десимин. Скорее за мной, мы уже почти пришли. Чувак. Меня еще и сюда вернуло. Вы что, вообще офигели? Ошера, там какую-то хрень вырыгал. Я теперь от нее умираю. Это вообще нормально? Идиот. О, это выглядит сложно. Наверное. Не знаю, я не игрок Селеста. Ну да, раз умер, значит сложно. Обычно я просто не умираю. Окей. Ключик взяли, пойдем обратно. Вот сюда, да? Надо же было так ему ключ этот спрятать. А это что за бред? Как мне это вообще проходить? Как он... Как... Подожди, это... мы в конце... Ё-моё, нифига он вырыгал. Это он все сам вырыгал? Не, тогда респект ему. О, это мой люкс? Вот и он, наш удостоенный наград, президентский люкс. Он само воплощение истинной простой и незамутненной роскоши. Я постою тут, чтобы вы во всей полноте ощутили его великолепие. Это способно ошеломить любого. Ну, что скажете? Он, прекрасен. И мебель сразу видно дорогущая, и он просторный. Всегда подобраны со вкусом. Чувствуется, что сюда много труда вложили. Я ведь говорил, что он произведет на вас впечатление. О, да. А где тут, интересно, выход на крышу? Идиот, ты ее упустишь. Да, и еще чуть не забыл. Таким уважаемым гостям, как вы, наши лучшие номера остаются за полцены. Я не хочу снимать номер. Прошу вас, мисс Десибин, оставайтесь. Господин Ошер, я и так заряжал здесь душ, не планировала. Это опять я вторая. Десимин, дорогуша, да плюньте на этого неудачника. Неудачника? Вы отрицаете очевидное. Это не курорт, а помойка. И никто никогда не снимет тут номер. Кто-то должен был это сказать.
На самом деле она имела в виду... Я очень занят. Пожалуйста, мисс Десимин, уходите. Давай же, мисс Десимин, ты его слышала? А куда уходить? И что бы ты без меня делала? А, она... А с тобой что? Почему она назвала мой прекрасный отель помойкой? Действительно. Ну, пойдем, чё. Я уже боялся, что он никогда не отстанет. Теперь за тобой должок. Добавь туда в список. Оставь меня в покое. Ох, это думала, ты была решимости добраться до вершины. А ты вдруг решила стать психотерапевтом для какого-то психа? Почему бы тебе просто не исчезнуть? О, здорово. Мисс Десимин, пока вы не ушли, хочу задать вам один вопрос. Почему сначала вы были добры ко мне, теперь убегаете? Что я сделал не так? Ой, да ладно вам, до сих пор не понимаете? Она помогает людям только, чтобы потешить свое больное самолюбие. На вас лично ей наплевать! Заткнись. Я просто хотела помочь. Какие вы жалкие оба. Жалкие? Вам доставляет удовольствие меня унижать, но я не стану у вас на ногах ползать. Ой, понял, пора бежать. Братан, да ты поехал. В плохом смысле. Братан, да ты реально поехавший. Я просто не хотел оставаться в отеле, а ты сразу решил поехать кукухой. Ну да, понимаю, в этих ваших бизнесменов. У них всех крыши поехавшие. Наверное, не знаю, я не знаком с бизнесменами. Блин, клавиша отпала, как так? Окей. Он тут еще наблевал вообще везде. Как ты это умудрился? Ты... Не, реально, как? Не успел. Так, ну пора убегать от него, что уж там. Ух, нифига я засейвилась. И умер на самом простом месте. Ну, как всегда бывает. Ну, хорошо, что... Десимин... Я про главного героя этой игры насмотрелся Резеро. И постоянно возвращается... Из мертвых. А это что за... Мастер геймдизайна над этим постарался, ладно. Ой. Поспешишь, людей нашишишь. Так и говорится. А чё, его можно было оглушать? Полезно знать. Так, окей. Так. Катсцена. Господин Ошра, постойте! Я просто хотела помочь! Упал вместе со мной. Молодец. Я решил закрыть отельный ремонт. На втором этаже труба течет. В библиотеке уже черное что творится, не говоря уже о дреполке президентского люкса. Которую я проделал. То есть вот эта фиолетовая тварь. Прошу, просто оставьте меня. Ага. Познакомились мы с Ошером и опять встретили вот эту фиолетовую тварь, которая называет себя мной. Меня, себя. Ну, вы поняли. Хорошо. Глава 4. Золотой кряж. Впервые слышу слово кряж, кстати. Совет скалолаза, не хватает энергии в трудный момент при прыжках от со скоком от стен, запас жизни не тратится. Хорошо, полезно знать. Вы слышите эти басы, которые идут у меня от стен, от соседей? Вот это прекрасно. Так, облачка, которая меня вообще пуляет вверх. Это что за пузырь? Я понял. Окей. Я ворону тут слышу, блин, постоянно. Она меня пугает. Опять ты? О, нет, опять вы. Ну-ну, вот кого уж не удумала здесь увидеть. Но я рада, что ты жива и здорова. Как я понимаю, тебе удалось проходить через отель. Как там господин Ошера? Знакомство с ним было милым. А потом он начал меня преследовать.
Уже после того, как я вдоволь там наубиралась. На! Охо, похоже, утро было веселое. Ошер, заблудшая душа, милая моя. И это место для него больше, чем просто отель. Но не превращай это в свою заботу. Знаете, что я думаю? Думаю, эта гора свела вас обоих с ума. Поверь, ты не первый, кто-то говорит. На! Может, ты и права. Будь я безумна, как мне это проверить? А я так считаю. Гора может вызвать только то, что в тебе и так уже есть. На! Впрочем, начнем с того, что даже поселиться здесь мог только тот, у кого ворон везде не хватает. То есть ворон. Что вы имеете в виду? Ох, да я просто болтаю вздур, как старая сорока. А ты как, готов повернуть назад? Я знаю, короткий путь прямо к твоей машине. Посторонитесь-ка, бабушка. Я иду на вершину. Иной раз упрямство трудно отличить от решимости, правда? А ты похожа на меня в молодости. На! Удачи и учитывай ветер. Хорошо, мистер бабуля. Тетя, миссис. Ну, вы поняли. Ветер действительно тут мешает мне управляться. Так, наверное, как-то так вот. И как-то так вот, наверное, я хз. Так, ну, геймдизайн уже радует. В каждой главе что-то новое всегда происходит. Вот это ветер мне не дал вообще-то так-то прыгнуть вперед. Окей. Йоу! Ну как я так умер? Опять резернулся. Вот это смерть. Не. Так элегантно умирать только могу только я, реально. Хорошо. Окей. О, ну тут уже сильный ветер, реально конкретный. Ага, вас понял. Так, ну, наверное, здесь как надо... Как-то вот так вот, что ли? Да что? Как-то так надо, я помню. Смотрел летсплей у кого-то, один глазком просто заглянул в летсплей один. И увидел, как тут проходится. Не так вот. Окей. Хорошо. Платформы, кстати, странные. Почему они просто в воздухе парят из-за того, что я к ним касаюсь? Технологии будущего. Что уж тут поделать? Так, дефолтные... Так, пока что мы просто поднимаемся по горе. И тут шарики какие-то. И ветер, кстати, усилился конкретно так. Я еле как могу вперед идти. Можно... О, теперь ветер мне помогает. Спасибо, ветер. Ну, ладно, ветер, хватит, я пошутил. Иди в жопу, ты мне не нравишься. Да, не усиливайся только. Я сказал тебе правду, так что пощади меня. Лучше говорить грязную правду, чем чистую ложь. Вот так вот. Ветер, кстати, меня понял и простил, видимо, потому что он перестал идти. Вот это да. Как видите, реально чистый. Кто мне в Телеграм пишет, елки-палки? Я тут записываю легендарное видеопрохождение. Так, наверное, надо убрать с пути. Ой-ой-ой-ой, так, наверное, здесь... Нет! Походу, нельзя было сохраниться. Окей. Так. Теперь надо ее опередить и быстренько открыть. Окей. Чё это за ветер? Я, смотрите, буквально назад пройти не могу. Еле как могу назад пройти? Это что за бред? А, прекратился. Приснилось! А, стоять. Приснилось. Это что вообще за ветер? Куда я попал? Ой-о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 й. Я не могу ни шагу вперед пройти. Это нормально вообще ветер? Допустим. Йоу. Окей.
Кстати, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, потому что, я причину не придумал. Просто подпишитесь, поставьте лайк, потому что я не придумал причину, потому что, вы поняли. Так. Как-то так, наверное, это проходится. Какие еще снежинки? Тут помимо ветра еще какие-то снежинки мешать будут. Тут снеговик разлетелся или что? Почему такие снежинки огромные? И почему тут вообще снег? Тут снегом и не пахнет. Это ветер. Или ветер настолько сильный, что он заморозил воздух? Я даже задаваться этим вопросом не хочу. Не, ветер конкретно сильный, так. Ё-моё, я делаю минус два шага вперед, если стараюсь идти туда. Окей. Не, вот это уже конкретно залет. Да когда этот ветер прекратится? Я, конечно, ощущался на себе ветер, когда я еле как мог ему сопротивляться. О, в реальной жизни, когда я еле как мог ему сопротивляться. Но чтобы тут такой же... нет, в смысле не такой же, а в смысле я про то, что имею в виду, что... Я забыл свою мысль, короче. Да боже мой, короче, в реальной жизни я не встречал таких ветров. Настолько сильных, имеется в виду. А так встречал, но не настолько сильных. Короче, вы поняли. Десимин, подожди! Хорош. Опаньки! Тео живой? Уф, да. Один момент. Подъемник, всегда мечтал на таком прокатиться. Выглядит старым, но может еще работает. И я не вижу другого способа перебраться через ущелье. Так давай проверим. Какой-то внушительный рычаг. Тут. Блин, соседи, можете, музыку врубить, я тут видео записываю. Проще простого. Наверное, в прошлой жизни я был оператором подъемника. Как думаешь, эта штука надежная? На вид ничего. А как Ошара? Чем там у вас все кончилось? Ты был прав. Не стоило мне лезть ему помогать. Ненавижу говорить, я же говорил, но... Все верно. Надо было тебя послушать. Ну, ты жива, здорова, это главное. Воздух такой разряженный. Трудновато дышать. Так, если я не сделаю высоты на этой штуке, то я потом всю жизнь буду жалеть. И зато она даже с земли не видно. Какая тут высота? Ты лучше не бегу, а позируй. Найс селфи. Что это было? Похоже, мы застряли. А, вот это фиолетовая тварь, я только сейчас ее заметил, ладно. Плохи наши дела. Может, если... Хорош. Нет, не помогло. Йоу. Что за страшилки? А вот это совсем нехорошо. Десимин, ты в порядке? Да, просто... Нет, не в порядке. Дышать не могу. У тебя приступ паники. Как тебе вообще взрело голову садить нас на этот дурацкий подъемник? Да ладно, не вали все на меня. Слушай меня внимательно. Меня дед научил одному приему. Закрой глаза. Представь, что перед тобой парит перышко. Представила? Ага. И ты в своем дыхании его поддерживаешь. Просто дыши тихо и спокойно. Вдох-выдох. А, это мини-игра такая. Тихо. Хорошо. Ну, это я могу. Найс, мне игра, кстати. Не-н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 е. Я в полном спокойствии. Давай экран темней. Оба. Изи. О, поняла, проще простого. Панические атаки не такие.
О, поднялись. Тебе получше? Вроде да, спасибо, что помог мне успокоиться. Откуда ты знал, что мы снова поедем? Я вообще-то, я был уверен, что нам конец. Ой, ой, боже. Только посмотри на это селфи. Вот это селфиак. Неплохо. И у меня играет музыка. Ладно, неважно. Глава пройдена. Ура! Хорошо. Полезно знать, что несчастье пригорных восхождений чаще всего вызвано усталостью. Не забывайте делать перерывы. Окей. О боги, погляди на это. Впереди приключения. Даже не знаю, тут как-то темновато. Больше похоже на кошмар, чем на приключения. Я буквально на минутку просто делаю пару снимков. Это какое-то совсем древнее место. Тео, постой. Мои подписчики в Инстапикс просто обалдеют. Добром это не кончится. Куда ты уже ушел? Я тебя только из виду упустил, и ты все, исчез. Братан, реально, где ты? Подожди. Я думал, это шутка про то, что тебя хрен найдешь. Куда он делся, реально? Как они реально это все так быстро делают? Тут какая-то новая еще механика, типа оно работает, если ты дэшишься. Ладно. Ну, как-то сюда, наверное, видимо. О, ключик получили, кстати. Хорошо. Так, и нам... вот сюда, наверное. Тут вроде дверь была. Окей. Хорошо. Тео, вот ты где. Десимин, эй. А почему ты в зеркале? Вообще-то, это ты в зеркале. Что случилось? Ну, я просто реально его на одну секунду упускаю, и все, он исчез, вообще в зеркало попал. Ну, я делал такое небрежное селфи с зеркалом. Типа, знаешь, это просто я, ваш Тео, в каком-то древнем хране. Обычное дело. И хэштег счастье. А в следующий миг я уже очнулся на полу. Что ты там видишь? Как до тебя добраться? Тут совсем темно и жутко. Это тихо, что-то движется. И мне очень-очень хочется вскочить и бежать. Будь осторожнее. Так. Просто Тео, молодец просто. Как? Реально же бывают такие люди. Ты просто на 5 секунд, ладно, на 10 секунд отводишь взгляд, все, там тотальный хаос причинен у тебя в доме. Допустим, ты гостя кого-то привел, у тебя друг такой. Отвернулся на 10 секунд, все. У тебя нету компьютера. У тебя нету больше квартиры, в принципе. Как они это делают? Напишите в комментариях. Реально же загадка. Человечество. Так. Наверное, надо вот сюда. Ну да, было ожидаемо. И, наверное, как-то так вот. Ну, пока легко. О, что-то тупанул, реально, ребята. Что-то тупанул. Опять все сначала. Причем с самого начала. А я так хорошо зафристайлил этот уровень. Понятия не имею, что тут где находится. Окей. Так, надо подождать, выждать момент и прыгнуть в шар. Отлично. Тут появился какой-то красный шар, который летит до бесконечности. Это полезно, наверное. Так, это что за место? Это что? Зеркало. Ну, знаем мы эти зеркала. Еще со второй главы. А, ясно, сейчас всосет. Угу. И чё? Как ходить? Кто это?
А, им можно управлять, окей. Видимо, мне надо дойти до себя и убить. Не знаю зачем только, но что-то мне это подсказывает. Иди сюда, я. Так, какой-то монстр. Мы поиграли за какого-то монстра, понять не имею зачем. Наверное, разработчики подумали, ну, раз можно, то давайте сделаем. Могу их понять. Нет, это фиолетовая тварь. Эй, где мы? Что ты сделала с Тео? Думаешь, это я сделала? Очень мило. Дорогуша, я ведь... Что тут написано? А ведь я... Да что тут? Дорогуша, а ведь я тебя именно об этом и предупреждала. Ё-моё. Подписали. Только вот не надо во всем винить меня. Ты так и не поняла? Гора дала мне это тело. Но я далеко не единственная страшилка в твоих запутавшихся мозгах. Не нравлюсь тебе? Ой, как неожиданно. Заткнись. Помни, что я пыталась тебя остановить. Посмотри в зеркало, все это ты. Гора вот сила, а храм ее только фокусирует. А источник здесь ты, а не я. Я тебе не верю. Если ты часть меня, то зачем ты делаешь мне больно? Бедненькая Десимин, все ее обижают. Да я просто нянчу с тобой, а ты меня за это ненавидишь. Ты распутываешь проблемы и сама это понимаешь. Раз уж тебе так хочется меня защитить, почему бы просто не объяснить, что происходит? А ты готова слушать? Ты мне даже возможности такой не даешь. Я слушаю вообще, да, вот так-то. Пожалуйста, просто помоги мне отсюда выбраться. Ага, а теперь ты хочешь, чтобы я тебя спасла? Зачем ты это делаешь? Просто помоги мне сейчас. Пожалуйста. Прекрати делать из меня чудовище. Я хочу знать, почему я не помогаю. Потому что ты этого не заслужила. Все еще мечтаешь о вершине, гора зовет? Заткнись. Обойдусь без твоей помощи. Сама справлюсь. Йоу, после слов «сама справлюсь» какая-то жесть вообще пошла. Ладно. Думаю, справлюсь. Совсем не интуитивно, как раз таки наоборот, контринтуитивно тут все. О нет, этот дебил вылупился. Хорошо, что он дебил. Но то, что он вылупился, это плохо. Но все-таки дебил это хорошо. Так, ну это дефолтная задача с дверями, уже я научился их проходить, в принципе. Нет, я умер. Нет, я умер. Опять надо эти ключи собирать, пока этот придурок, дурак, дебил, идет за мной. Ну хорошо. Раз так хочешь, то давай попадаемся. Иди сюда. А, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Гигант. Слабак. Шароголовый. Ха. А, это все, на что ты способен. Он меня чуть не зажал. Вот это поступок реально был плохой. Чуть не зажал. Только и умеет в углы зажимать. Осталось вот это сверху. Штука. Хорошо. Ой. Если она только в моей голове, то откуда столько злости? Эти штуки охотятся на меня. Я нарушитель в своем собственном мире. И ты за меня застрял тут ловушки. Если окончательно назамся, то может храм его выпустит. Дыши. Источник всего этого во мне. Вставай, Десимин. Думай о перышке. Ты можешь спасти Тео. Ясное дело, могу. Ой. Ладно, резервнулись один раз. С кем не бы? Что правильно бывает? Так, это я куда полетел? Ой, этот монстряк это какой-то. Не люблю этих монстряк. Они страшные, страшилки. Так. Так, это, наверное, вот так как-то проходится. Да, действительно, я был прав, окей. Опять этот монстряк. Надеюсь, он мне не нападет. И он на меня напал, да. Закон полости, чё? Черта упомянешь, он сразу к тебе придет. Так, иди, пожалуйста. Почему они такие дальнозоркие? Чем они вообще на меня смотрят? Зубами? Где у него глаза вообще? Чтобы смотреть на меня. Он еще... Я думал, он не может по вертикали, но смог.
Так. Иди сюда. А, унизил. В смысле, не совсем, но унизил. О, там ключик был. О, он еще его активировал. Спасибо. Реально спасибо. Благодарен. Ой, глаза. Только глаз. А это что? Тео, наконец-то идет. Это Тео? Почему ты закристаллировался? Я знал, я верил в тебя. Было нелегко. А что эти чудеса и правда исходят от меня? Десимин, это крайне важный вопрос. И мне будет очень интересно прожужжать о том, как эти чудовища свяжутся с твоим внутренним я. Но прямо сейчас мое внутреннее я жаждет вырваться из этого паршивого кристалла. Ой, прости. Не бойся, сейчас я тебя вытащу. Что ж, начало неплохое, но этот кристалл, он что-то вроде воплощения моей негативной энергии, типа такого. Это все хорошо, но как его расколоть? Может, удастся избавиться от него, если поймем, почему я в нем оказался. Но пока я не понимаю. И сомневаюсь, что мы до этого докопаемся, пока нас угрожают эти кошмары. Не хочется мне о таком простить, но может ты... Тео, даже не думай, я тебя одного не оставлю. Боже, конечно, не оставишь. Я хотел попросить, чтобы ты меня понесла. Ох, да, это я смогу. Что, реально, девочка может нести гигантский кристалл? Ого, дамочка, ты крепкая. Спокойно, все получится. Ё-моё, он тяжелый, я дышаться не могу. Пока я его держу. Молодчина, перед тобой ни одна дверь не устоит. Ой, надеюсь, ты знаешь, что делать с такими тварями. Естественно, знаю, они меня уже задолбали. Еще один? Да ладно. Так, кнопку вижу, вижу цели, иду к цели. Я человек простой. Ах ты ж! Как ты мог такое сотворить со мной? Взять и убить меня, пока я несу кристалл. Они такие... бездушные. Ай! Я дверь открыл, он меня убил. Вот это несправедливо, я считаю. Он хотя бы дал бы шанс убежать. Нет, сразу дверь открыл, сразу надо убивать. Убивать! Прям убивать! Прям убить! Это я повторяю это слово, чтобы это видео никто не увидел в рекомендациях, в принципе. Вопрос еще состоит в том, что кто-то вообще, ну, чтобы кто-то, в принципе, досмотрел этого момента. Потому что я на все 100% уверен, что только один какой-то безбашенный человек или мой знакомый решил бы посмотреть это видео. И все. Ему вообще насрать на ту Селесту. А если вы... Не, вам реально интересно смотреть это видео? Если реально интересно, то вы бы до сюда досмотрели. Но вы просто написали комментарий и ушли. Ну, тут давайте будем объективными. Вам все равно на эту игру. Так. А вот это уже чистая показуха. Согласен, Тео. Вот реально, это чистая показуха. Если вы написали комментарий, но при этом, ну типа... Тео снова спасает положение, ну да. Если вы написали комментарий, но при этом не досмотрели видео до конца, то насколько ваше мнение в комментариях будет правильным, если вы не ознакомились с материалом, который комментируете? Ну, если так подумать. В принципе, пишите, что хотите, но все равно задумайтесь. Так, ну Тео. Ну Тео, проказник. В кристалле замерз, и все. Чувствуете себя на... Я прибил эту тварь? Вау. Ого. Тео, вот это что сейчас был за камбэк? Я так... Ясно, приснилось. Ее сейчас откинуло жестко. Стоять, и как это сделать? Все понял. Сначала мы его бросаем и... Нет, бросаем на платформу, уточнить надо. Да... Не-не-не, бросаем на платформу. Потом прыгаем. О, гениально. Легко. Думаю, мы уже близко. Я чувствую. Задолбали вы чувствуете? Если вы так хорошо чувствуете, то... Ты вообще в кристалле находишься? Кто тебя вообще спрашивал? А что мне назад? Йоу, кто-то... Это что, мои соседи? Они сабвуферы вырубили, я также басы ощущаю на себе. Они до сих пор слушают музыку, им вообще нормально? Ох уж эти соседи. Ой. Это глаз, а не соседи. На!
Хорош, Тео. А, все? Никакой катсцены не будет? Окей, глава пройдена. Хорошо. 13 смертей. И одна ягодка. Так, хорошо. Глава 6. Отражение. Полезно знать, что, собственно, отражение не обгонишь. В смысле, можно вообще-то? На пару там наносекунд. Можно? Можно. Почему нет? Проснулся. Тео, ты очнулся? Уже что-то сомневаюсь. Мне снился какой-то такой паскудный кошмар. Вот это слово вспомнили. Паскуда, кто вообще-то говорит? Да, насчет этого. Постой. Ох, да, теперь я все вспомнил. Это было наяву. Спасибо, что вытащила меня оттуда. Мы сделали это вместе. Я вряд ли справилась бы в одиночку. Я могу выбирать за Тео? А я там долго пробыл? Наверное, пару часов. Блин, вот это приключение. Расскажи, что ты видел. Все в порядке? Если не считать экзистенциального кризиса, да, порядок. Уже ясно, что это не просто гора. Что ж тут все-таки происходит? Надо было раньше тебе рассказать. Там среди развалин из зеркала вырвалась часть меня, та часть, которой я не особо горжусь. Я была уверена, что это просто мне привиделось. Думаешь, это сделало ее реальной? Да. И с той поры она ходит за мной по пятам. Господин Ошер, она ему наговорила всякого. Думаю, и подъемник она застопорила. Тут в храме она тоже была. Почему же так и не рассказала? Я бы не болел в храм, если бы знала, что способна гора. Я пыталась себя остановить. Могла бы упомянуть, что на воле вырос твой злобный доппельгангер. Доппельгангер? Это что за слово? Да ладно, Тео. Сам знаю, что это прозвучало бы безумно. Я бы и сама себе не поверила. Ну да, согласен. Я все понимаю. Но в следующий раз просто расскажи. А я обещаю, что поверю. Хорошо. Спасибо, Тео. За то, что поверил в меня там. Там это где? Ну, поверить в тебя, то была самая легкая часть. Мне стыдно, что от меня никакого толку не было. Я оказался совершенно бесполезным, застрял в той штуке, и... Ты очень помогал, честно скажу, без твоей поддержки я бы не справилась. А почему тебе было так легко меня поверить? Я серьезно, мы ведь едва знакомы. Честно? Ты напоминаешь мне сестру. Как приятно. И какая же она? О, тебе бы она понравилась. Хотя, пожалуй, сходу бы вы вряд ли поладили. Но со временем она бы тебе точно понравилась. Она настоящая звезда. Музыкант? Боже, как здорово. Нет, ну не в смысле рок-звезда или что-то такое. Просто Алекс, она во всем яркая. Алекс? Из Half-Life, что ли? А так она учится на юридическом. Вот, ладно, будь защитником гражданских прав. Круто! А я-то чем на нее похожи? Вы обижаете где-то у себя в голове. Ох. Алекс, у нее потрясающий внутренний компас. Она всегда идет туда, где должна быть. И в тебе я тоже это замечаю. Жаль, что я сам так не умею. Как думаешь, что построил тот храм? Он выглядит старым. Думаю, старше только сама гора, курорт, развалины, город, все это появилось уже потом. Тут кругом история. Да. Это гора сначала самая разная для очень многих людей. Я даже начинаю понимать, почему здесь живет та сумасшедшая старуха. Ты с ней тоже знакома? А почему она такая? Думаю, она просто неприятный человек. Но, похоже, жить здесь ей очень даже нравится. У тебя замечательная сестра, а я что-то... чем-то на нее похожа? Смеешься? А кто, интересно, у нас полной решимости покорить вершину? Гора ждет. И ты не догадываешься? Алекс, точно тебе такая же. Да я просто шучу. Ну, а все-таки зачем тебе эта гора? Ты прав, я и сама не знаю зачем. Просто пытаюсь выбраться из своей головы. Я застрял, хожу по кругу. Понимаю, как никто. Я тоже чуть не сгубил душу на разных унылых работах. С работой как раз все в порядке, просто... Я схожу с ума. Ничего не могу с собой поделать, все время дома полный ничего, не знаю, чаще ерунде. Мысли закрутятся на глупой хрени, случившийся бог знает когда. Мне нужно через нее переступить, она давно не имеет значения. Я умело делаю вид, будто все в порядке, но на самом деле я еле справляюсь. Прости, не хочу навязываться, но я как-то могу помочь? Уже помогаешь. Легче даже того, что кому-то об этом рассказала. Ты ни с кем-то не обсуждаешь?
Нет, не то чтобы. Ну, мама знает, что у меня бывают депрессии и приступы паники. Ну, вот, пожалуй, и все. Неудивительно, что ты будто в ловушке. И как справляешься с, ну, со всем этим? Бывает, напиваюсь. Или выплескиваю злость в интернете. А ты сам? Тебе гора зачем? Да слоняйся, тебе ничего делать, как всегда. Нашел очередную работу в Сиэтле. Показало, что я наконец-то понял, чего хочу от этой жизни. И тут же работу возненавидел. Короче, уже через неделю уволился, поехал на автобусе в Канаду. Просто такое желание было затеряться в глуши. Сейчас, когда говорю, ты сам понимаешь, что звучит по-дурацки. Да нет, звучит так, как будто на тебя что-то давило. Не сказал бы. Наоборот, все ко мне мягко относились, хотя, может, это я сам чересчур на себя давил. Всем кажется, будто я сравню себя с Алекс, но клянусь, проблема не в этом. Я просто боюсь, что так никогда не пойму, к чему меня тянет. Ты сказал, что хотел затеряться в глуши. Может, пока на этом не остановится? Возможно. То есть остановиться. Не хочешь рассказать, какая она, твоя депрессия? Она дерьмовая. Да, но что именно ты чувствуешь? Алекс тоже с ней борется, поэтому я и правда хочу понять. Ну, или можем о чем-то другом поговорить, если хочешь. Это похоже... Знаешь, я буду на дне океана. И вокруг пустота. Со всех сторон давит, но укрыться негде. Я помню, как была нормальной, но теперь это так далеко, не вернуть, как ни старайся. Впрочем, у меня, наверное, и раньше все шло наперекосяк. Просто было неприятно себе это... Просто было неприятно себе это признаваться. Со мной, пожалуй, что-то не так. Что бы там ни случалось, это не твоя вина, я уверен. Думаю, мне тогда казалось, что я могла бы... Даже не знаю. Я просто парю над этой бездной и плыву, куда глаза глядят. Надеюсь, что я найду что-то. Вот почему я здесь. Но от тебя не убежишь. И на всем этом пути я уже в буквальном смысле борюсь с собой. Наверное, все зря. Десимин, ты только что спасла мне жизнь, так что ничего не зря. Да. Послушай, ты хороший человек. Правда, чуток нервный, но ты хороший человек. Мне кажется, ты просто пытаешься сойти с неснаежной колеи. А это уже вполне веская причина для восхождения. Нужна гора. Возможно. Да, стало легче. Та часть тебя, что идет следом, может, так и надо? Думаешь, мне от нее уже не избавиться? Но едет от тебя тоже. А вот сейчас легче не стало. То есть ты хочешь уничтожить эту часть тебя? Разве это не навредит и тебе самой? Если этого не сделать, она так и будет изводить меня. Сама она твердит, что будто меня защищает, но я слышу, что это вранье. А вдруг она в это верит? Что если она — это сломанный защитный механизм? Если честно, какая разница? Она меня чересчур контролирует. А я этого не терплю. Тогда, может, тебе надо научиться контролировать ее? То перышко помогло. Спасибо, что научил меня. Просто одна из крупиц мудрости моего деда. Надо поспать. Точно, не хочешь еще поболтать? Я тоже притомился, но есть еще о чем поговорить. Да, ты прав, выспаться еще успеем. А у тебя с дедушкой близкие отношения? Да, были. Ох, жаль. Ничего, так уж вышло. Остается только быть на позитиве, и чтобы в жизни был смысл, потому что он бы этого хотел. Соболезную, Тео. Спасибо. А чему еще дедушка тебя научил? Ой, куча всего. Вообще-то именно он рассказал мне, что на свете есть она, гора Селеста. Часто повторял, что это место изменило всю его жизнь. И вот, бросив работу в Сиэтле, я вдруг сообразил, что это совсем рядом. Словно он сказал мне, куда теперь идти. Дед говорил, что эта гора особенная. Думаешь, он, как и мы, прошел через тот храм? Думаешь, он понял, какой силой наделена гора? Он никогда не рассказывал, что именно с ним тут случилось. Вряд ли твой дедушка так же запутал в своей жизни. Надеюсь, то, что случилось здесь с ним, было не таким жутким. Гора открылась ему еще до моего рождения. Так что не знаю, каким он был тогда. Интересно, что он узнал тут о себе? А почему просто не взять отпуск? Что ты имеешь в виду? Дамочка, тебе захотелось перемены, ты выбрала восхождение. Гора ждет. Но почему не просто отдых? Поехала бы на Гавайи, не знаю. Теплую ванну приняла. Я чувствую, что мне нужно какое-то свершение. Как будто у тебя мало было неприятностей в жизни. Хотелось чего-то экстремального, так уж я устроена. Мне нужны испытания. И я не умею делать что-то наполовину. Или целиком даюсь, или вообще ничего. Знаешь что? Я хочу запомнить этот вечер. Давай-ка сделаем селфи. Поверить не могу, что ты сама предложила.
Ого. Ради, вот ради этого селфи я сейчас прочитал вот это миллиарды текста, поняли? Знаешь, несмотря ни на что, мне сейчас очень даже хорошо. Минуточку, ты завтра поднимешься на вершину? Сплюнь, чтобы не сглазить. Ну, да, я уже в предвкушении. Я готов оставить все это позади. А я буду тебя подбадривать. Значит, надо выспаться. Ага, спокойной ночи, Тео. Спасибо за то, что ты такой классный. Извиняюсь, драголет. Ну что ты скажешь, так уж я уродился. Окей. Ребята, мы это дочитали, ребята. У-ху! Так, пора играть. Мы это дочитали, и теперь что мы узнали? Мы узнали, что, оказывается, можно было сделать селфи, если прочитать вот это вообще все. И... да. Да. Это мы и узнали, собственно. Там про деду, про то, что он умер. Да, блин, у меня клавиши вылетают из клавиатуры. Что ж такое? Кстати, перышки, на них можно летать. Ну, это если вы не поняли, ну, как тут можно было не понять. Опять! Северное сияние потрясающее. Что да, то да. Так о чем мы там? Надо поговорить. Ладно. Я наконец-то поняла, кто ты. Ты не настоящее мое отражение. Неужели? Ты все то, что я должна оставить позади. Ты жестокая, подозрительная, властная. Зачем ты все это говоришь? Так надо. Теперь я знаю. Ты мне больше не нужна. Ты че, нифига. И ты что, просто бросаешь меня? Я даю тебе свободу. Это сделать нас обеих счастливыми. Ты такая... такая... тупая! И ты решил, что можешь просто оставить меня позади? Думаешь, теперь можно во всем обвинить меня? Ты что, возомнил себя выше меня? Отвечай. Эй, тише, успокойся. Успокоиться. Дыши, Десимин. Помни о перышке. Опять что ли? Блин, вот это мини-игра, я понимаю, просто перо вверх, перо вниз тянуть. Вау. Йоу! Алло, 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 алло! И ты остановишь меня, думая о перышке! Ты не выше меня! Эта игра тебе не по зубам! Ну же, смирись с этим! Да, я думаю, по зубам. Десимин, что происходит? А. Ясно. Йоу. Куда мы полетели? На самое днище, я так полагаю. И вот это мне все проходить. Я так понял. Так, наконец-то мы упали и можем начинать. Так, у нас тут... Ой, это что за дяденька? Рычит. Ага, а, понял, как он работает. Все, понял. Мистер дяденька. Нет, мне интересно посмотреть на то, как его озвучивали. Причем реально интересно. Типа, кто-то реально пришел в студию какую-нибудь и такой... Прикол. Так, ну, на перышке летать я уже научился, на Кевине. Еще не знаю. Ох, блинский, нафиг. Ладно, с кем не бывает. Полетели вверх, надо было тайминг рассчитать, но я не знал, что про этот тайминг, так что да... Нечестно. А он сможет пробить? О, действительно смог. Неожиданно. Так. А что ты не смог пройти дальше, как врезался? Ну ладно. Ну, перышко, это мы умеем. Ой, ой, ворачиваться надо. Бум! Так, 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 так. Без понятия, куда мы идем? Видимо, нам надо расправиться все-таки с фиолетовой этой тварью, потому что что-то она, ну, много чего говорит, еще нас своими тентаклями схватила. Ну, то есть, ну, я видел
Ладно, не важно, что я видел, но тентаклями захватывать, ну, уже кринж, кринж. Устарело, устарело реально. Так. Кевин. Бум, бум. Бдам, бдыщ, бух. И проходим дальше. Окей. Что у нас дальше, ребята? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тут у нас? Ой, я что-то зазевался. Настолько простой уровень, что могу только изевать. Блин, я тянул, мне еще сильнее изевать захотелось, как так? Обычно все наоборот. Так, перышки. Ну, перышки, это я умею. Так, прыгать мы научились, дышаться мы научились, перышки мы научились, чему научились, пока не ясно. Может, что-то еще добавят в эту игру. Ну, то есть на новых главах. О, лифт, можно подняться? Нельзя. Старуха, ты-то тут что делаешь? И снова здравствуйте, ну да, и вы тут как тут. Вижу, ты решила сдаться. Я свалилась. Конец истории. Пожалуй, оно и к лучшему. Гора свои удары не смягчивает. Это я уже поняла. Ваша дурацкая гора слишком крутая для меня. Можете насмехаться сколько пожелаете. Да. Я не думала насмехаться. Порой нужно чувствовать, что пришло время признать поражение. Переживешь. Знаете что? У меня было время поразмыслить, пока я выбирался из этой пещеры. Я уже пережила. Та часть меня. Была... Ё-моё, права, я не смогу. Я просто вернусь домой к своей нулой жизни и навсегда останусь несчастной. Значит, ничего-то еще не пережила. Помолчите уже, сама знаю. Я не хочу сдаваться. Но как бы я ни старался намешать мне на каждом шагу. Сюда многие приезжают, гора манит их, потом они сдаются. Жаль, что ты сорвалась. Я уже начала верить, почему, что именно у тебя получится. А что во мне такого особенного? Я еще не встречал человека, который так бы злился на себя. На. Если честно, я думала, что ты заберешься на вершину просто себе назло. Да уж, спасибо. Та девушка, которую ты упомянула, похоже, она тянет тебя вниз. Поговори с ней. Выясни, почему она так напугана. Вы считаете, она напугана? Я об этом даже не задумывалась. Вы обе попусту потратите время. Спроси ее. Терять-то уже нечего. Окей. Где она тут? Ой, вот. Это ее волосы, да? Или тентакли ее? Вопрос на миллион. Так, тут кристаллы, наверное, они опасны. Точно, наверное, скорее всего. То есть не скорее всего, а наверное. Ну, короче, вы поняли. Ой-о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 й, чуть не умер. Но чуть-чуть не считается, как говорится. О, водичка, поплаваем. По-любому еще тут... Алло, дайте мне подышать. Чего? Тут вода просто кончается? Окей. Я думал, я задохнусь. Йоу, какой большой блок. И волосы ее не кончаются. Или тентакли. У меня сейчас голос немного сломался. Не меня ищешь? А я думал, ты на мне крест поставила. Это была ошибка. Прости. Ты решила, будто совсем разобралась. Считала, что я тебе не нужна? Я уже попросила прощения, но нам нужно двигаться дальше. Надеюсь, я тебе поверю. Знаешь, ты тоже не ангелочек. Но я понимаю, что ты напугана. Посмотри, мы на самом дне, ниже некуда. Нет смысла бороться друг с другом. Ну, я могу копнуть еще глубже, я могу заглядеть нас хоть до центра земли. А смысл? Лучше ж выбраться отсюда. Вместе. Не подходи, а то пожалеешь. А я вот и подаю. Йоу! Внезапный босс файт. Окей.
Надо просто ее коснуться и уворачиваться от ее атак, но это я могу. Наверное, я могу. Так. Это что за лазер? Мистер тетенька, нафига вам лазер? Не дадим ей использовать лазер. Лазер это какая-то имба, по-моему. Слышь ты! Ты меня чуть убила. Пускай лучше шары, чем этот лазер. Два, по два шара. Алло, я хотел, я пошутил по поводу шаров. Я имел в виду шары, в смысле, по одному, а не по двух. Под два. Один это уже много, но два, по два, в смысле. Вот и поймал меня лазер. Вот лазеры. Откуда у них эти лазеры? У нее, у нее, да. А вот и нет, не успела. Тварь. Ты еще издалека? Алло, ты снайпер, что ли? Ты не тот класс выбрала, дорогуша. Снайпером она решила стать. Ты задолбал-то со своим лазером? У тебя есть что-то, кроме лазера? Например, шары? Потому что они тебе помогут, потому что против шаров я больше всего умирал, по-моему. Да, больше всего. Так, ой, не хватило Дэша. Иди сюда, ты думаешь, я тебя боюсь? Я твоих лазеров не боюсь, я боюсь твоих шаров. Больших, гигантских шаров. А не твоих жалких, толстых лазеров. Иди сюда. Когда ты уже умрешь? Ты меня бесишь. Не, вот это я понимаю, босс файт. Я ведь о тебе забочусь. Ага, верю. Ты не скалолаз! Я просто хочу как лучше! Ничего, этого не случилось бы, послушай ты меня! Пришибло. Вот, поняла, что лазеры не действуют, используют шары теперь. Нет, приснилось, она все еще использует лазеры. Не понял, сейчас вообще не выкупил. Не понял, подожди. Вообще не понял сейчас. Надо как-то оттолкнуться от этого кубика. Да, так и надо, видимо. Ой-ой-ой-ой, женщина, что вы делаете, женщина? Да еще и с ребенком. Йоу! Вот видишь, шары... Она начала использовать шары, я умер сразу же. А... Вообще офигевшие. Иди сюда. Иди сюда, слышишь, со своими шарами. Большими, красными. Или белыми, не понял, но... Обводка, как минимум, красная. Это что я могу сказать? Ага. Иди сюда. Я сказал, иди сюда. Ох, как, сколько мне уже можете обить? И как я промазал? Я что, unskill? Я так называемый unskill? Не могу в это поверить. Так. Когда уже конец? Опять ты выбрал класс снайпера, слышь? Ты где там? Откуда ты вообще стреляешь? Алло, сестрица, ты откуда ты... Откуда ты стреляешь? Откуда ты стреляешь? А, вот ты где. Издалека, види. Все, конец. Конец, я закончил. Опа. Здравствуйте, тетенька. Так, подождите, я поем немного. Ладно. Ты победила. Думаю, я тебе все-таки не нужна. Хочешь, чтобы я ушла? Я попробую. Нет, не хочу. Сейчас твоя помощь нужна мне как никогда. Пожалуйста, давай попробуем вместе.
Вместе? Ты что, шутишь? Шутишь? Бояться не стыдно. Вау. Вау. Прикольно. Левел ап. Отлично. А, я могу теперь два раза в воздухе дышиться? Вау. Не, вот это... Тут это достойный левел ап. Короче, мы, получается, обнялись, и теперь у меня есть два дэша. Ладно, я же не буду задаваться этим вопросом. Кому-кому, а лор... Хотя, ладно, сейчас бы мне затирать про то, что я не разбираюсь в лоре, когда я прочитал миллиарды текста. Мне кажется, половина видео я читал тот текст Тео и Десимина. Как вы это сделали? Если будем так подниматься, то, пожалуй, доберемся и до вершины. Тебе ведь еще нужна эта гора? Не поворачиваешь она назад? Тут факт. Как приятно видеть, что вы поладили. Спасибо вам за то, что вразумили меня. Не благодари. Я рада, что от меня еще хоть иногда бывает польза. Десимин! Десимин, ты жива? Я спешил вниз на помощь, но вижу, ты и сама справилась. Спасибо, Тео. Честно сказать, может, мне как раз таки и надо было сорваться. А это часть тебя, о которой ты говорила? Выглядит она даже готичненько, Десимин. Салют. Ты был прав, Тео. Мне не стоило ее бояться. Думаю, что действуй с ней сообща, и наконец доберешься на самый верх. О, здорово. Постой. Я еще не дала согласия. Ты говоришь, что сначала мы все обсудим. Ты права, понимаешь, что тебе страшно, но мы обе знаем, что хотим этого. Нужно попробовать еще один разок. Да, давайте же. Ну, не знаю. Мы были уже так близко, как вдруг. Гора разодрала нас на части. Дайте вдохнуть воздуха. Да, так и было. Но я должна верить, что мы сможем оставить это все позади. Я обязана верить, что мы сможем. Неплохая мысль. Конечно, все равно будет трудно, не без этого. Но я поражена тем, как далеко вам удалось дойти, особенно зная, как вы ругались раньше. Думаю, если будете помогать друг другу, все получится. Хорошо, попробую. Но я как-то могу помочь? Ты и так много для меня сделал. Ну, давай хоть вещи подержу. Не помешает. Скоро увидимся. О, завершили главу? Глава пройдена. Так, глава 7, вершина. О, до вершины. Ну, погнали. Опа, это мы откуда? Че мы так летаем? Так, ну погнали, чё? Так, наверное, так как надо делать. Так, у нас и теперь есть два дэша в воздухе, и мы можем это использовать. И, наверное, мне станет проще играть. Наверное, не факт. Может, и не станет проще. Ой, блин, как я так умер. Почти же прошел. Так. Что тут у нас? Ну, это я могу. Тоже этого не может. Точно не я. Так, заберем тут кристалл. Тут кристалл заберем. Ягодка. Да, кому эта ягодка нужна, ну? Опа. Ой-ой-ой, не ожидал. Я и среагировал. Это я уже видел. А мы уже вроде приловчились. Так скажешь. У этой игры уже нет шансов. Не сглазить бы. 500 м. Видимо, метры. 500 метров. Нифига мы так быстро поднялись. 500 метров, это же, ну... Нифига высота, кстати, реально. 500 метров, это же дофига. Высота так высота. Просто раз, пару раз попрыгали и уже на 500 метров поднялись. Вау. Да что у меня клавиши постоянно вылетают на клавиатуре? Ну как это вообще происходит? Блин, клавиатура уже 3 года. Я помню, как я ее недавно купил такой, на радостях такой пошел.
в ДНС и иду покупать клавиатуру. А через 3 года она уже все разламывает напополам. Но она такая хорошая. Она пережила коктейль, который я пролил на нее. Такая хорошая клавиатура. Да, было время. Ну ладно, неважно. Сейчас наша задача тут пройти вот этот непонятный полетный курс. Нам, смотрите, нам вроде дали возможность 2 раза дэшиться, но и 2 раза увеличили, ну, собственно, это, нахождение в полете, как это сказать. Ну, поняли. Короче, нам дали еще один дэш, но мы теперь еще 2 раза больше находимся в полете, вот так. Надеюсь, вы меня поняли. Ты как там? Нормально. Просто жду, когда все пойдет наперекосяк. Что бы там ни случилось, я буду всегда здесь, рядом. Знаешь, что-то по-настоящему страшно? Я начинаю тебе верить. Действительно. Уже 1000 метров, бро. Уже километр, мы на высоту километра. Вау. Так быстро. Жесть. Даже лифты, наверное, так быстро не поднимаются вверх. Хотя, наверное, я... Не, я не уверен. Но мало ли. Так, вот это мы, кстати, во 2 главе видели эти дримблоки. Они только там и были. Только в той единственной главе. Чисто механики в одну голову, в 7-ю всю запихали, видимо. Так. Так. Ой-ой-ой, так, чуть не умер. Немного затупил, но все равно справился, в принципе, да. Могу, умею, практикую. Так, это опять я рядом с концом, что ли? Почему мне опять надо взлетать? Да, что, уже 1500 метров? Хорошо получилось. Что я слышу? Ты полна оптимизма, но я рада, что ты довольна. Ох, не скушай судьбу. Уже 1500 метров? 1500 метров. Отлично. Нет. Это точно сверхчеловеческая скорость. Вот так вот. Тут надо подумать. Шучу. Ну, я, в принципе, не шутил, что подумать надо, но я подумал просто быстрее, чем вы этого ожидали. Вот так. Просто тотально унизил понятие времени. Вот так вот, да? Хорошо. А тут? Вот так вот, хорошо. Вниз! Вверх! У меня капец, у меня нос чешется. Ай, ненавижу, когда просто нос в случайный момент начинает чесаться так, что ты его чешешь, что он начинает еще сильнее чесаться. Что это за... А, не-не-не! Чуть не умер, потому что нос чешется, боже. Нельзя же так подставлять меня. Собственный нос подставляет. Вот поэтому в этой жизни никому нельзя верить, ребят. Морально здесь вы поняли, что... Так. А, подожди, я, кажется, понял, мы просто повторяем препятствия из разных глав. Вот это вроде вот была 3 глава, тут тоже такие были страшилки красные. Ими Ошера еще плевался. Ну, это час назад где-то было, да? Не знаю, сколько уже запись идет. Наверное, нет. Какой час назад? 16 минут уже записываю, кстати. Интересно, как там господин Ошера? Чего вдруг? Он с тобой так гнусно обошелся. Да, но я все равно за него беспокоюсь. А тебе не стоило на него так набрасываться. Ой, да ладно. Я серьезно, ты была слишком агрессивной. Нет, это ты тратишь слишком много сил на негодника, который потом тебе портят жизнь. Господин Ошер не такой уж негодник. Да он превратился в чудовище, и ты пытался тебя поймать. И ты его теперь пытаешься защитить? Да не защищаю его. Тут я с тобой согласна, я тоже зла на него. Но если бы не ты, я, наверное, все еще торчала бы в отеле. И все равно я надеюсь, что у него все хорошо.
Ладно, прости. Господин Ошеров все равно не, вряд ли понял. Спасибо. Проехали. Окей. Что у нас, 2000 метров уже? Вау. А дойдем до цифры 3000 метров, и я... Сделаю этот. А что 3000? Я забыл мысль, ладно, неважно. У нас тут еще подниматься и подниматься, ребята. Подожди, мы уже 2000 километров, на 2000 километров как поднялись, ого. Нифига больше это гараж. Йоу, ну да, ветер, просто гигантский ветер с того ни сего. Отлично. Раз, 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 раз. Ну, ветер, давай ты будешь потише. Нет, опять снежинки. Еще платформа разрушилась, вот это подстава. Нет. Если вы думаете, что у меня перестал чесаться нос, то нифига подобного. Он чешется еще быстрее, я его чешу об микрофон. Вы, наверное, это даже слышите. Ну, боже мой, я чего-то умер, потому что закрыл глаза. Да, боже мой. Вот видите, когда чешется нос, это просто ваш противник. Ваш нос просто с того ни с сего начинает чесаться, и все. Это никогда не прекращается. Пока ты его не начешешь до такой поры, что он у тебя просто сотрется. Буквально. Так, что тут у нас, головоломка опять какая-то? Ну, не такая уж и головоломка. Голову не ломает. Так, это тоже какая-то головоломка. Ну, допустим, попробуем как-то так. Так вот, так вот. Ой-ой-ой, чуть не умер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Точность движений. Так, наверное, нам направо. Не знаю почему. Так решил. Наверное, направо. Йоу. А что тут со скоростью? Это... Я могу вообще назад пройти? Могу. Но скорость тут слишком колоссальная. Чесание носа у меня тоже слишком колоссальное. Я хочу поиграть в Селесту, а у меня нос... Что такое? Жизнь несправедлива. Я умер уже 3 раза, потому что... Не потому что я анскилл, а потому что мне нос чешется. Боже. Почему так? Тихо. Ужас. Были бы вы на моем месте, когда у вас чешется нос, и вы снимаете видео для Ютуба? Ну, это вообще законно? Как? За что он мне чешется? Прям кончик носа. И он не может почесаться. Ну что это? Как это объяснить? Это знаете, пытки, и то, наверное, будут лучше, чем вот это. Это, конечно, все преувеличение, когда я сравнивал с пытками, но все равно. Вы меня поняли? Это так отвратительно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребят, я тут небольшой перерыв сделаю на то, чтобы попить. Надеюсь, вы не против. А, погнали. Чё там пронесло? Да, я уже не думал, что прорвемся. Пожалуй, ты была права. Наверное, это слишком опасно. Нет, я ошибалась. Эта игра нам вполне по силам. Я прикрою. И я в тебя верю. О, как мило. Это для меня много значит. 2500 м. Так. Уй! Ну, попил водички, заведомо рыгалет происходит. С кем не бывает, по крайней мере, не этого человека, у которых не выходит воздух из желудка. Это же так естественно. Сейчас не понял. Что-то меня хотят? Что-то меня хотят. Вверх, 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 потом вниз, 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 потом вверх, и вот так вот.
А куда? Вниз? Вниз. Сюрикены, блин. Так. Ключик взяли, пойдем дальше. Ой, чуть меня не подставили, кстати. Блин, нос чесался, и теперь я чихать, что ли, буду? Спасибо, реально. На что у меня аллергия, я не понял, на компьютер или что? Ну, все, что это конкретный ужас. Это с чего вдруг? У меня реально аллергия на что-то, я не понимаю. У меня просто я ни разу не замечал, что у меня есть аллергия какая-то. Не, у меня нет никакой аллергии. Просто нос чешется. Или есть? Не, это загадка. Для меня лично. Для какого-нибудь врача? Может и нет. Но для меня да. Я не врач. Так, 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 так. Easy, easy, real talk, think about it. Че, уже 3000 метров сейчас будет? Вау. Секундочку, да что ж такое? Нос, прекрати чесаться. Чешаться. Прекрати. Пожалуйста. Прекрати чешаться. Я тебя умоляю. А что за фигня? Окей. Вот и она, финишная прямая. Уже финишная прямая? Еще совсем чуть-чуть, у нас все получится. Да. Что-то не так? Да я просто... Прости меня, я тянул тебя назад. Нужно научиться верить тебе. Это не твоя вина, я сама пыталась от тебя убежать. Если честно, я всю жизнь пыталась что-то я забыл там что-то слово. Прости, мне давно надо было попытаться тебя понять, а я была слишком гордой или упрямой, или глупой. Мы потратили впустую столько сил и времени. Но теперь мы говорим об этом, лучше поздно, чем никогда. Да, я рада, что гора помогла тебе воплотиться. Думаю, теперь мы можем жить дальше. Если уж эта гора будет нам по силам, то и со всем остальным мы справимся. А если мы не сможем подняться? Ну и ладно. Серьезно? Конечно. Я рада уже тому, что вы пытались. Вот это мне и было нужно. Я начинаю понимать, почему. Давай просто покончим с этим. Давай. 3000 метров. Во как. Уже так далеко забрались. Опа. Ой-ой-ой, фиолетовая, иди сюда. Значит, мы с этой Виолеттой сдружились, она вроде врагом нам с самого начала была. Ну, люди меняются, что сказать. И мнения тоже меняются, как и люди. Мнения вместе с ними. Секунду. Что ж такое? Ладно, неважно. Просто тут у меня кое-что на столе мешает. Окей. Мне, кстати, теперь ветер не тянет не влево или вправо, а вниз. Это вообще тотальная подстава. Разве ветер может дуть вниз? Наверное, может. Нет, прям вертикально вниз. Наверное, не может. Потому что сначала нужно узнать вниз это куда. Потом... Ладно, неважно, я сейчас тебе запутаю голову. Заморочу всем этим. А мне это не надо. Так. А! Что? А почему? Оно не сохранилось. Я так прошел ради того, чтобы пролететь мимо чекпоинта? Вау. Жесть. Ладно. С кем не бывает. Так, 20-й чекпоинт. Значит, короче, когда ты находишься в воздухе, у тебя чекпоинт не подбирается. Полезно знать. Так, так, так.
Ой, а тут как? А, наверное, как-то вот так вот, да? О, тут облачко, кстати. Люблю облачка. Они такие мягкие, хотя... Так, я только что загнал себя в тупик. Да. Ага, так, облачки. Так, я не договорил про облачка. Они такие мягкие, хотя они должны быть неосязаемые, но все равно. В этой игре они мягкие, значит, будем слушаться эту игру. Потому что тут свои правила. А, подожди, я не понял. Сюда-сюда? Ну да. А тут что делать? Давай! Давай! В смысле? Давай! Ой, еле долетел. Сейчас опять у меня нос все-таки не прекратил чесаться. Я, когда нос чешу, я начинаю играть закрытыми глазами. Поэтому умираю. Вот незадача реально. Кто сталкивался с такой же проблемой, напишите в комментариях, мне интересно. Но я, конечно же, знаю, что... Вы даже не досмотрите до этого момента. И шанс того, что... Ну, хотя бы один человек досмотрел до этого момента... Меньше нуля. Ну, то есть меньше одного, как минимум. Там 0,9 или 0,00. Ставлю на то, что шанс того, что кто-то вообще смотрит конкретно этот момент, 0 и 1 десятая. О, 0 и 1 десятая%, что кто-то смотрит этот момент. Если вы тот самый человек, который зачем-то решил посмотреть до сюда, то привет тебе. Я тебя уважаю, реально. Спасибо. Потому что, ну, считай, ты единственный. Если просмотров штук 10 или 100, ты единственный, кто вообще сейчас смотрит этот момент. Я говорю, считай, исключительно ради тебя. Вау. Так. Ага. Да блин. Сраный нос. Бесит. А соседи все так же слушают музыку, вау. У них там дискотека, у кого-то день рождения, я не понимаю. Осуждать не буду, но все равно. Можно покой наконец-таки. Потому что покой в субботний вечер, это хорошо. Просто, знаете, не слушать чью-то музыку, которая играет у тебя через стены. А вот так вот просто, не знаю, сесть, лечь, послушать тишину. Потому что не у каждого сейчас есть возможность просто так вот взять, закрыться, закрыть все окна, и чтобы у тебя там не было слышно, например, улицу. Потому что кто-то живет в крупных городах, там, знаете. А вот просто взять и послушать тишину, расслабиться... Послушать ветерок, дождик. Вот дождик, кстати, вообще это отдельная вещь. Вот дождик капает, ты просто хочешь выйти, промокнуть, почувствовать этот запах, проветрить этой свежестью. Кстати, мы что, дошли до вершины, пока я рассказывал про это? Вау. У нас действительно получилось, даже не верится. Круто, как же тут красиво. Глянь только, чего мы стоим. Как я рада, что увидела все это до того, как... Ну, пока я не... Ой, прости, мы можем общаться только, когда рядом гора. Я имею в виду вот так, лицом к лицу. Да. Я знаю, что рано или поздно надо возвращаться домой, но мне страшно потерять это тело. Но ведь сама ты останешься. Ты часть меня и была ею до того, как мы тут оказались. Да, я понимаю. Остается только надеяться, что ты будешь ко мне прислушиваться. Даже когда я уже не смогу говорить с тобой напрямую. А я не хочу, чтобы снова стало как раньше. До того, как нас познакомила гора. Не волнуйся, я тоже не смогу по-старому. Извиняюсь. Я очень не хочу, чтобы теперь мы всегда были заодно. Верю, но все равно боюсь. Ну и что теперь? Давай просто немного посидим. Давайте. Я не против. Вершина.
И даже не написал, что голова пройдена, кстати. А, все, конец. Что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я был, DCMin. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока.